Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим. Рак вернулся. Внешний вид исхудавшего Рыбина ужаснул поклонников. Сборный концерт радио, дача с артистами и довольной публикой дал фору любым постковидным мероприятиям. Отметим, что внимание толпы приковал сомнительный образ Виктора Рыбина. За все время бушующей пандемии коронавируса многие представители отечественного шоу-бизнеса изменились. Кто-то сбросил лишние килограммы и занялся подготовкой к пляжному сезону. Нашлись и те, кто перестал прислушиваться к чужому мнению и стремиться к идеальному весу. Но похоже, что Виктор Рыбин примкнул к отряду похудевших. Даже исхудавших артистов. Мужчина буквально шокировал поклонников своим обновленным образом. Публика предположила, что у мужчины вновь начались серьезные проблемы со здоровьем. После концерта прошел слух, будто Рыбин возобновил борьбу с раком. Однако сам артист этого не подтвердил. Стоит отметить, что на концерте он энергично прыгал на красной дорожке и позировал перед фотокамерами. Его возлюбленная, Наталья Сенчукова, выбрала помпезный наряд для выхода в свет. Блузку с объемными епископскими рукавами, брюки с разрезами и праздничными лампасами из крупных страз. Поддержала она свой стиль серебристой обувью, которая сыграла важную роль. Звездные стилисты подметили, что без них черный монохром с наглухо застегнутым верхом мог бы сыграть с певицей злую шутку. Что же касается Виктора Рыбина, то тут все намного проще. Артист выглядит более празднично, чем его возлюбленная. Он появился на людях в ярко принтованной рубашке в спортивном стиле. Музыкант попытался поддержать расслабленный и незатейливый внешний вид кроссовками и бейсболкой. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.